Спонсор программы – публичное акционерное общество «Магнитогорский металлургический комбинат». Здравствуйте, уважаемые телезрители. Это «Магнитогорское времечко» здесь и сейчас в прямом эфире. Выходим мы вот так вот не в свое привычное время, но тем не менее надеемся, что вы нас смотрите и дозвонитесь до нас по номеру 35-55-00 и присоединитесь к нашей теме обсуждения. В студии с вами я, Юлия Бударина и Елена Ткач. Добрый вечер, дорогие зрители. Сегодня во всем мире отмечается День детских изобретений или Детей-изобретателей. Напомню, что среди детских изобретений числятся, например, снегоходы, пластмассовые машинки, леденцы от икоты, мороженое фруктовое на палочке, кресло-качалка, технологии умного дома и многое-многое другое. Ну, вообще нужно сказать, что детское, скажем так, изобретательское движение насчитывает, ну, вообще звучит очень весомо, если говорить в цифрах. Так, например, ежегодно почти 500 000 детей-подростков изобретают различные гаджеты, игры, создают и модифицируют роботы и различную технику. И все эти детские изобретения, несомненно, делают нашу жизнь, ну, не знаю, насколько удобнее, но интереснее это уж точно. Да. Заметила, что вот все эти изобретения в основном в возрасте от 11 до 15 лет, такое основное ядро, наверное, когда еще детство, и когда еще вроде бы человек, он не взрослый, и у него вот фантазия именно в том направлении работает. Что смелости, нужно, кажется, да, смелости, есть, да. Что-то такое изобрести, что-то полезное. Угу. Какие изобретения скоро могут войти в нашу жизнь? Сегодня мы об этом и узнаем от наших гостей. Я представляю с удовольствием нашу первую гостью. Это Ирина Блынару, педагог дополнительного образования детско-юношеского центра «Максимум». Реализует этот центр программу по авиа- и судомоделированию. Да, если я не ошибаюсь? Да. Здравствуйте, Ирина. Здравствуйте. Ну вот и сразу хотелось бы вас спросить, вот почему вот этот возраст 11-15 лет, именно вот в этом возрасте дети совершают какой-то такой прорыв в каких-то новшествах, каких-то изобретениях? Ну вот ко мне они, например, пришли, мои дети, которые получили премию губернатора за свои достижения, они пришли в возрасте 8-9 лет, и за этот промежуток времени накопился опыт, накопились наши проекты, участие в соревнованиях, и уже там, в 10-11-12 лет они уже имеют возможность поучаствовать в таких больших конкурсах на премию губернатора. Но это вы уже забежали немножечко вперед, да, похвалили своими ребятишками, поэтому-то мы вас пригласили, что в этом году получили премию губернатора за свои вот изобретения. А давайте сначала немножечко вот заглянем туда, как все это вот пришли к вам эти ребята, с чего все обычно начинается, и как вот вы разглядываете в них, что есть какой-то потенциал? Я даже не знаю. Вот Артем, Тимур, которые также тут скоро будут в студии появятся, да? Да. Они сначала ко мне ходили в совсем другое объединение, но потом я на них посмотрела, думаю, а у них все получится и в техническом творчестве, и они смогут сделать проекты, и строить корабли, самолеты. Но что-то я в них увидала, даже не знаю, может быть, как-то интуитивно. Ир, ну а вот это что больше? Это пытливый ум, это талантливые руки, это как-то, ну я не знаю, то есть вот, например, приходит совершенно вот, ну, маленький еще, да, 8-летний ребенок, то есть, по сути дела, он свой потенциал сможет развить и показать уже все-таки ближе к 11, да, там, годам, к 12. Ну, да, то есть тут очень важно вот углядеть, скажем, в совсем маленьком ребенке вот тот самый интересный какой-то потенциал, вот как это увидеть? Ну, естественно, или, может быть, они все такие мальчишки, нет, девчонки? Нет, это, получается, не у всех. Не у всех, да? Угу. Там, наверное, больше еще зависит от их интереса. Если ребенку интересен, ну, вот этот вид занятия, то у него все получится. И глаза горят, да, и поэтому сразу видно, да, как включается просто в это и все. Аудиторию хотим подключить к нашей беседе 35-55-00. Интересуются ли ваши дети наукой? И интересовались ли вы в свое время и сейчас? Помогаете ли своим ребятишкам развить вот этот пытливый ум? И какой литературе, каким источником вы или каким клубом и вот каким педагогом обращаетесь? Кстати, вот какие педагоги? Как вы пришли, как попали и связали именно судьбу вот с изобретениями детскими именно? Ну, для начала я закончила Магнитогорский государственный университет, технологический факультет. И затем пошла работать. Ну, так получилось, что в Дюц-Максимум я оказалась. И мне повезло больше всех. У меня появился наставник. Наставник непростой.
наставник, педагог, изобретатель со множеством инженерных мыслей и к тому же мой отец. Да, я думаю, кто же он? Именно он и привел меня к техническому творчеству. Даже когда я не работала, ну вот в Дюсмаксимуме, он всегда брал меня с собой на соревнования, и я смотрела, как это все проходит, как вот эти маленькие кораблики, модельки дети запускают, как выглядит все по-настоящему красиво. Как у них горят глаза. Ну да, потому что это действительно удивительно. Ну как бы, что все-таки мы привыкли, да, видеть всегда, что это должен быть педагог мужского пола, да, обычно тот, кто ведет, по крайней мере, авиамоделирование и судостроение. Но тут вот, наверное, тот факт, что девушка, это прекрасно, мне кажется. Да, я вот интервью когда с вами смотрела, и вот именно меня поразило, что вы лобзик в руках держите, а вот иголку с ниткой, это не ваше совсем. Это совсем не мое. Как я там сказала, что этим занимается у меня муж. Лобзик, да, пожалуйста, инструменты. Ну, это все научил меня папа, наверное, с детства. Потом в институте я понабралась опыта выпиливанием лобзика. И теперь учу этому детей, своих воспитанников. А свои какие-то работы были вот такие звездные именно? Вот, ну, к сожалению, все вкладывается в детей, все время на них. И ну, нет свободного времени, чтобы что-то заняться чем-то своим, сделать. Придумать, выдумать что-то свое. Ну, а вот совместно с ребятами, наверное, вы воплощаете какие-то свои идеи, да? А насколько ребенку сегодня вот интересно действительно делать что-то руками, и вот легко ли вам приобщить именно мальчишек, вот, чтобы они ловко владели лобзиком? Ну, это все-таки так же не все дети. У кого-то есть интерес к ручному труду, а кто-то так и хочет сидеть в телефонах. Поэтому, если есть интерес, то, пожалуйста, как бы все или, получится. Или надеяться, есть такое мнение у подрастающего поколения, что, в принципе, все уже изобретено в этом мире, да, сегодня все можно пойти, купить, зачем что-то выдумывать еще, да? Ну, зачем надо расти и придумывать постоянно что-то нового? Для этого нам голова и нужна, чтобы изобретать, придумывать что-то новое, удобное. А вот основной целью вы себе что ставите при работе с ребятами? Воспитать их какими-то вот учеными, изыскателями или что самое главное у вас? Мне хочется вырасти, как возрасти, вырасти из них инженеров-конструкторов. И важно поддержать и развить интерес к науке, к техническому творчеству, научить инженерно мыслить. Чтобы они любознательными были, и чтобы выросли специалистами, наверное. Да, чтобы в будущем они стали инженерами, конструкторами, изобретателями, рационализаторами, кем-то полезным для общества. 35-55-00. Интересуются ли ваши дети наукой? Говорим мы сегодня об этом. Сейчас посмотрим сюжет, а затем вернемся в студию прямого эфира. В 43 городских округах и муниципальных районах Челябинской области открыто 2269 кружков технического профиля. После детского сада или школьных уроков здесь можно заниматься робототехникой, конструированием, программированием, промышленным дизайном, киберспортом, мобильными разработками, изучением альтернативных источников энергии, авто, судо, авиа и 3D-моделированием. За 17 лет существования нацпроекта образования возможности для самореализации и развития талантов юных техников значительно изменились. Этого требуют условия современной жизни, массового внедрения киберфизических систем в производство и обслуживания человеческих потребностей, включая быт, труд и досуг. Детские технопарки «Кванториум», центры цифрового образования «IT-куб», новые места дополнительного образования начали появляться на Южном Урале 4 года назад, благодаря проектам «Успех каждого ребенка» и «Цифровая образовательная среда». К 11 уже действующим инновационным площадкам в 2022 году добавились еще 5. IT-кубы открылись в Челябинске, Магнитогорске, Снежинске, Кыштыме, технопарк «Кванториум» в Златоусте. Мы, по сути дела, сейчас создали очень такую обширную сеть по всей области высокотехнологичных территорий дополнительного образования детей, которые позволяют нам не только профориентировать наших школьников, но и давать первичные навыки технического творчества, моделирования по самым различным направлениям развития, социально-экономического развития нашей страны. Если участвовать в олимпиадах, то непременно побеждать. Если нет учебников и технологий, значит, надо создавать их самим.
Если заявляться на конкурс профмастерства, то обязательно дойти до финала. Если браться за проект, то не ограничиваться рефератом и презентацией, а поломать голову над проблемой, которую не смогли решить на реальном производстве. Ну, мыслить как инженер, наверное, рационально использовать те возможности, которые есть для того, чтобы решать проблему и создавать что-то новое. Кому-то помочь, той же бабушке в огороде сделать для нее умную теплицу. Да? Чем не проблема, вот у нее там помидоры не растут. Мы можем ведь ей помочь и сделать для нее умную теплицу, которая сама все будет делать. Взять мое детство, когда я хотел какую-нибудь машинку на радиоуправлении, а сейчас я могу сам, грубо говоря, сделать эту машинку на радиоуправлении. Причем это не будет ограничиваться какой-то маленькой машинкой. То есть у меня есть, я могу написать код, у меня есть специальный модуль, я могу всунуть, грубо говоря, в обычную машину, и у меня она будет такая же радиоуправляемая машинка, только в большом масштабе. Сама вот это вот, что-то придумать, что-то нужно победить, придумать свою идею, и это очень интересно, когда она выигрывает. Это очень приятно, то, что твоя идея оказывается востребованной. Это «Магнитогорское времечко». Здесь и сейчас в прямом эфире 35-55-00. 17 января, День детей и изобретателей, и мы не смогли пройти мимо этой интересной темы. К нам присоединяются молодые изобретатели. Это Тимур Петров и Артем Петров, двоюродные братья, я так понимаю, да? Здравствуйте, ребята. Ну вот, когда дети приходят в науку, то к ним как, вот Ирина, все-таки стараются отнестись? Как ко взрослым, вот так по-взрослому? И у вас есть такой подход? Или вы все-таки к ним относитесь как к детям? У нас все по-серьезному, все по-настоящему, по-взрослому. То есть настоящие такие научные сотрудники? Конечно, получается. У нас настоящие инструменты, настоящие станки. Давайте знакомиться тогда. Да, давайте, ребята, включайте беседу. Да. Как давно вы увлечены изобретениями? Вот расскажите свои маленькие истории, как вы пришли к такой жизни. Ну, если честно, мы сначала записывались в одну секцию, а получилось так, что нас Ирина Александровна попросила по каким-то соревнованиям записаться в моделирование. И мы без разумия согласились. Угу. И вот так попали уже как третий год. А начали с чего, Артем? Какая была первая секция, в которой вы записывались? Помнишь? Нет? А? Глаза... Цветные глаза, да. Земли. А, да. То есть тоже связана работа руками, да? Нужно было тоже что-то такое делать. Тимур, а у тебя такая же, понимаю, история, да? То есть вы два брата и ходите вот так вот вместе. Они пришли вместе, да, всегда вместе. И с чего обычно вот начинаются ваши работы? Вот вы третий год уже занимаетесь, какая-то идея приходит, педагогу приходит идея, или вам, или вы где-то подсматриваете, или вот вам хочется воплотить какую-то свою мечту. С чего обычно? Начинается сначала то, что ты придумываешь или там находишь модель, потом рисуешь чертеж, а по чертежу уже все детали вырабатываешь. И вот мы хотели бы поподробнее спросить, Ирина, как у вас проходят эти мероприятия? Я поняла, что у вас есть соревновательный момент, да? Вы выходите вот с этими работами, с ребятами. И как это все обстоит? Как вам нужно победить соперников? Ну, изначально, как сказал Артем, мы делаем модель. Например, у нас скоро судомодельные соревнования городские. Ребята делают модель самостоятельно. Затем мы выходим тренироваться тоже в подразделение «Дюс Максимум», там, где есть бассейн, у нас, к сожалению, на левом берегу нет. Угу. Мы приходим туда тренироваться. Ну, то есть вы запускаете вот эти модели? Да, мы запускаем, испытываем, угу. Регулируем, чтобы там нужно, чтобы они попали в так называемую сотку. Ну, чтобы победить, нужно набрать наибольшее количество баллов. Тимур, как вы выбираете модели? Расскажи, пожалуйста. Нам выдают разные модели, и мы начинаем пробовать, какая лучше подойдет. Какой тебе нравится момент больше всего в занятиях? Тебе нравится вот придумывать и собирать эти модели? Или уже вот когда вы уже там начинаете соревноваться? Вот уже когда любимый? Соревноваться. Что, прям азарт, наверное, да? Такой, да. Хочется победить. Ясно. А как нужно? Что нужно, чтобы победить? Вот скажи мне просто, вот когда уже соревнования идут. Нужно целиться именно или делать поправку. Так. Или пускать ровно. Нужно сначала протестировать, как корабль будет плыть,
и тогда уже делать поправку, чтобы он ровно полетел. А поправки можно делать на соревнованиях? То есть, вот, например, можно. Когда можно, да? То есть, вот как показывают, когда Формула-1, да, там есть некий такой, например, пит-стоп, и надо очень быстро там все раз и моментально делать. Там делаете вы такое, нет, или у вас по-другому? Нет. Нам говорят старт, мы целимся и пускаем. И больше трогать модель нельзя. То есть поправка берется до старта. Ну, ясно. Ну, наверное, имеет смысл, конечно же, спросить: Артем, кем ты хочешь быть? Ну, это любимый вопрос взрослых, да, как же не спросить его, да. Ну, всего скорее, я больше всего хочу стать бизнесменом. Так, хорошо. А бизнесмен, это какое будет направление? Ну, то есть бизнесмен, он же, ну, там, не знаю, металлургия там, да, или там... Или, может быть, вот эти изобретения, которыми ты сейчас может занимаешься. Может быть, Тесла, да, я не знаю, что вот. Запатентуешь какие-то изобретения. Ну, какое всего, направление? Всего скорее то, что мы возьмем как мини-магазины. Угу. Мы уже с ребятами некоторыми думаем об этом, уже есть такие. Угу. Ну, уже идет, как сказать, мини-бизнес. Здорово. Это вот именно из модели, которые вы создаете, да? Нет, или мы сейчас продаем, ну, покупаем в магазине одно и продаем по более дороже. А вот правильно я понимаю, да, вот мы сейчас, например, слышим, мы можем смеяться сколько угодно, но тем не менее, вот такая деятельность, она как-то по-другому выстраивает мозги, она заставляет детей не приходить к каким-то, не брать готовые решения, да, а приходить к этим решениям или нет. Вот для вас что вот вообще, как вам кажется? Всегда надо думать, прежде чем делать. Ну, вот просто знаете почему? Вот я, если вернуться, например, к истории, будем мы смотреть, да, то все вот эти рационализаторские кружки, да, кружки по изобретению, авиамоделизм, там, судостроение, их же было очень-очень много, сейчас гораздо меньше. И мы получаем, я не знаю, вот поколение еще очень взрослых людей, там огромное количество рационализаторов. Связано ли это? Как вот вам кажется? Вот сейчас, если будут расти эти кружки, может быть, у нас тоже будет больше рационализаторов? Было бы неплохо. Все же пропало, потому что это трудозатратно все, да. И материалы трудно найти подходящие. Но будем верить, что мы будем расти. Вдруг мои воспитанники все-таки пойдут по моим стопам и тоже будут делать какие-то изобретения, проекты дальше. Я, кстати, напомню телезрителям, что у нас в студии ребята, которые в этом году получили грант губернатора вот за свои изобретения. 3 года они трудились и выступили вот в этих соревнованиях и выступили так успешно. А в общеобразовательной школе какие у вас успехи? Какие любимые предметы и как у вас там все получается? Давайте Тимура подключим, вам очень хочется сказать. Мой любимый предмет – это математика. И ОДНКНР. Ух ты, это что такое? Это история древнего мира. Отлично. Артём, а у тебя? Ну, у меня любимый урок – это математика, ОДНКНР. Это обществознание вообще, как переводится. Ну, и по остальным предметам у меня тоже хорошие оценки. Но больше всего я люблю математику. Мне больше она нравится. А литература, стихи, вот это все у вас? Мне математика больше. А футбол? Коньки. Есть у вас такое, когда мама вас с улицы зовет, там, Артем, домой, а вы вовсю там мяч гоняете? Да на нет, спорт остается время, нет? Мы ходим в секции по футболу, по хоккею. Да, остается. Еще бываем дома гоняем. Времени на все хватает. Такие разносторонние, Тимур. Ну, ты поделись своими. Мы ходим еще на тренировку футбол и хоккей. Там мы занимаемся хоккеем на льду, прям в настоящей коробке, соревнуемся против других. Побеждаете, Тимур? Побеждают, конечно. Тимур, у меня, знаешь, вопрос. Что бы тебе хотелось бы изобрести? Что бы тебе хотелось бы такое придумать? Как тебе кажется, вот какое изобретение нужно этому миру? Машина времени. Супер. В какое бы ты время перенесся? Назад, вперед, на сколько лет, Тимур? Назад, когда существовал СССР. Ух ты, да что ты. Вот видите, наверное, в кружок бы записался судомоделизма. Судомоделирование. Это магнитогорское времечко 35-55-00. Уважаемые телезрители, мы спрашиваем вас сегодня, ваши дети увлекаются ли какими-нибудь науками? Можете рассказать, чем они увлекаются и как вы этому способствуете? Мы прощаемся с вами, ребята, пожелаем вам творческих
творческих успехов, чтобы у вас все продолжалось, даешь изобретения, ну и чтобы вы побеждали, не подводили своего педагога. С вами мы не прощаемся, сейчас посмотрим сюжет, затем вернемся в студию прямого эфира. Некогда дочернее направление Большого технологического фестиваля и Олимпиады для школьников «Робофест», робототехнические соревнования «ИКАР» в этом году впервые проводились автономно. Финальные мероприятия проходили в павильоне «Робостанция» главного выставочного комплекса Москвы. 500 участников из 40 с лишним городов и поселков представляли проекты по усовершенствованию различных производственных участков. Мы приехали из Челябинского акванториума представить проект сигнализации Сайлорд. Это такая модульная сигнализация. Мы представляли наш проект «Робот Женя». «Робот Женя» — это помощник полномочным по правам ребенка. Мы привезли из Челябинской области, из нашего акванториума, устройство для реабилитации пальцев и кисти рук. Нашим заказчиком является компания «Строительная геодезия» города Челябинска, и привезли сегодня наш проект под названием «Долголет». Мы хотим открыть свое ООО, делать роботов. У нас уже готов бизнес-план. Мы прекрасно понимаем, что без будущего поколения, без молодежи, без специалистов, без кадров, безусловно, промышленность тоже не проживет. Поэтому то, что сегодня создается путем проведения таких соревнований в регионах, по всей стране, по созданию, по доведению до высочайших, так сказать, уровней мастерства вот таких вот малышей, которые потом вырастают в высококлассных инженеров, изобретателей и производят и работают уже на промышленных предприятиях, это, безусловно, важно и нужно. И мы понимаем, что промышленность рождается из людей. В 2022 году в первенствах, чемпионатах, олимпиадах и фестивалях научно-исследовательской, инженерной и спортивно-технической направленности приняли участие 26,5 тысяч детей из Челябинской области. Без малого 1200 из них стали победителями и призерами. У актеров есть понятие красота. То есть в чем их красота выражается? То, что ты хорошо сыграл, и тебе поаплодировали. То, что ты поставил хороший спектакль, тебе поаплодировали. Ну, а вот для техника ему важно совсем другое одобрение. То есть ему важно такое вот свое личное. То, что у тебя робот, он встал и ровно поехал. То есть то, что он у тебя идеально все сделал. И тебе даже будет не важно, как он выглядит, на чем он ездит. Но если он полностью выполняет поставленную задачу, и задачу выполняет идеально, вот тогда ты ждешь уже не от каких-то зрителей похвалы, а от себя. То есть, а если этот робот участвует где-то в практических занятиях, и когда он делает все идеально, то ты даже не ждешь то, что человек скажет спасибо, ты видишь то, что человек пользуется этим. Это удовлетворяет. У них прямо так большое счастье. У меня-то какое счастье. У меня каждый запуск – это прединфарктное состояние. У них у каждого по 3 там, попытки, а их у меня 3, 3 на 4. Ой, там сколько их там? 3, 3 попытки, 9. У меня 9 прединфарктных состояний. А если еще бывают там перегоны, когда одинаковое количество баллов участников, это все. Представляете, какое у меня счастье, когда я переживаю каждую их попытку. А потом вот оно, счастье. Вот он наш кубок. Самоотдача, преданность и безусловная любовь к своему делу не остаются без внимания со стороны руководителей региона. 80 школьников и 68 педагогов стали номинантами ежегодной именной премии. Губернаторская премия – это когда ты много работаешь, потом тебе посылаешь карточки, делаешь, посылаешь все на эту премию, и если тебя, ты победишь, то ты получаешь денежный приз. Но мы получили 50 тысяч. Смотрим на достижения наших детей, смотрим на достижения наших наставников, педагогов. И вот тех глаз, которые радостны при сдаче какого-то проекта, нам достаточно, чтобы быть счастливым. Девиз регионального центра технического творчества «Конструируем будущее, сохраняя традиции». Мы очень любим то, что мы делаем. И поэтому, основываясь на накопленном опыте, мы непрерывно осваиваем новые знания, приемы, технологии. И лучше, чем мы, на сегодняшний день этого никто не делает. Уважаемые телезрители, это «Магнитогорское времечко», и мы продолжаем. 35-55-00 – это наш номер телефона. Присоединяйтесь к нашей теме обсуждения. Мы сегодня говорим про детские изобретения. И к нам присоединился еще один юный изобретатель – это Глеб Григорьев. Здравствуй, Глеб.
Здравствуйте. Ну, мне кажется, да, вот мне очень хотелось бы задать Ире вопрос, но мы же не можем, да, сразу надо нам Глеба включить. Глеб у нас единственный, кто принес диплом. Самоответственный. Да, потому что самоответственный. Такой диплом есть у каждого, да? Разверни, пожалуйста, покажи. Вот. Глеб, что это за диплом? Это диплом за премию победителей из победителей. Ясно. То есть вот она, ты просто самосознательно, ты его принес, да, получается? Да. Ир, как часто удивляют дети? И вот какие-то, я не знаю, насколько это... Прединфарктное вот то состояние, которое вы в интервью упомянули. Это да, это самое страшное. Ну, в то же время самое любимое соревнование, это что они любят ездить на соревнования, что я. И вот этот момент, я за них же переживаю. Ты, они там пустили все, а я вот они пришли на старт, пустили, я не дышу. Я жду, пока модель не попадет куда надо. Глеб, а вот Ирина для вас, Ирина Александровна, она для вас кто? Наставник, друг? Вы первые ей рассказываете о своих идеях или все-таки с родителями сначала делитесь? Как ну, вот? Она как и наставник, и как друг считается. Она всегда поможет. Она добрая, хорошая. Так, сейчас мы будем Мы больше про идеи, да. Идеи, как раскрываете тайны. Идеи придумывает Ирина Александровна и выдает нам. Даем задания. Да. Они все прорабатывают дальше. А как родители, вот на какой ступени, Ирина, все-таки в этой цепочке, как они включены в процесс? И родителям сложно ли вот успевать за такими детьми? Да, они же суперпослушные. Ну, мне кажется, без родительской включенности. Вот я так понимаю, вот у нас пришли, да, мальчишки, а родители у нас стоят все, где-то да? Где-то за кадром. Они переживают, они за кадром, да. Все правильно. Родители у нас активно принимают участие в образовательном процессе. Они посещают почти все соревнования. Тем самым создают вот эту обстановку. Да, но вот эта включенность, она нужна, как вам кажется? Конечно. То есть, если родители отстраненные, насколько вот, ну, ребенок... Нет, это нужно, конечно. Абсолютно. Они знают, что от них ждут результатов. Даже когда мы едем на соревнования, вот Артем Тимур говорит, им родители говорят, без результатов не возвращайтесь. Мы стараемся. Глеб, а ты волнуешься? Нет, перед соревнованием. Вот Ирина говорит, она прям очень мандражирует, прям буквально. А как ты? Не часто. Не часто, да? Мне кажется, и всех троих он больше всех волнуется. Правда, да? Нет. Ты расскажи, один раз мы пропустили с ним тренировку, его вызвали уже на старт, и мы прибежали, я его кричу, Глеб, уже старт. Он дала ему модель, он пустил и попал в 100. И выиграл? И выиграл, да. Да. Ну, я. Что для тебя результат? Что для тебя победа? Насколько это важно? Это важно на 100% всегда во всех соревнованиях. Во всех соревнованиях, да. Но тебя мы тоже хотим спросить, какие у тебя успехи в школе вообще образовательные? У меня 4-ки, 5-ки всегда в школе стабильно. Как сверстники относятся вот к твоим победам, к твоим увлечениям, изобретениям? Ты делишься с ними? Нет. Они не знают? Он хитрый. Он никого не приглашает в наше объединение. Он говорит, только я буду, запускать модель, только я буду делать. Скажи мне, пожалуйста, а кем бы ты хотел бы, какие бы тебе хотелось, если вот придумывать изобретение будущего, что бы тебе хотелось бы такое придумать? Что этому миру не хватает, Глеб, как тебе кажется? Ну, я думаю, лекарства от всех болезней не хватает. Классно. А как тебе кажется, ты мог бы, ну, вообще человек может это придумать, нет? Ну, я считаю, что да. Что для этого необходимо? Какой ты должен быть человек? У тебя есть вот идеал? Не знаю, на кого ты кто тебя восхищает, на кого ты ориентируешься? Кто это? Какой-то взрослый человек? А может, не взрослый? Может быть, ученый. Да. Не знаю. Ну, вот Тесла, например. Это интересно, нет, как тебе кажется, человек? Ну да, интересно. Ну, не знаю, мне кажется, надо верить, да, в то, что может придумать. Все могут. Надо, придумаем. Да. А в чем будут все-таки отличия взрослых изобретателей от детей? Ирина, коль мы сегодня собрались по случаю детских изобретений, да, хотелось бы докопаться и до этого. Разница в чем? Ну, детские изобретения полны неожиданности, каких-то новых идей, фантазии. У них же безграничная фантазия. А взрослые, изобретения взрослого, они лаконичны, они тщательно продуманы, размерены.
Вот, наверное, да, вот это и есть, наверное, ответ на мой вопрос, да, когда удивляют, вот какие-то идеи бывают такие сумасшедшие, что думаешь, ну уже как что-то придумать, и вдруг, вау, взрослому, да. Взрослому быстро это говоришь, да, не пришло бы в голову, да, они вот с легкостью это делают. Ну и что вы все-таки вот пожелали бы родителям, как нужно мотивировать ребенка, что нужно, чтобы вот в нем раскрыть вот этот потенциал, потому что ведь когда дети идут в танцы, в пение, в художество, это совсем другое, да, это немножко другие таланты, а вот все-таки какое-то научное изыскание, это вот где-то оно глубоко сидит в маленьком человечке, это сложно разглядеть. И как вот родителю нужно быть? Нужно записываться к нам в объединение, в технические. Мне кажется, надо пробовать. Да, вот, потому что вот как раньше это было, например, да, что во втором классе ребенок шел и посещал все кружки, какие только может быть. И тем самым он как бы пробовал, примерял к себе и где-то всегда находил себя. Потому что там, я не знаю, каждый из нас может, наверное, перечислить кружков по 50, наверное, каждый посетил. Скажи мне, пожалуйста, Клеп, у меня вопрос такой. Что-то сделали ты в своем доме? Внедряешь ли ты какие-то интересные изобретения? Ну, может быть, это не изобретения, а больше, наверное, какие-то такие рационализаторские... Какие-то такие, может родители быть, удивляешь? Вносишь, да, что-то там, такое? Не знаю, ручку какую-нибудь ты классную придумал или еще что-то, нет? Ну, я приношу свои модели домой и на полку их ставлю, там места уже нету. Да, да. Ну, спасибо, что вы сегодня заглянули к нам в прямой эфир программы «Магнитогорское времечко». Новых изобретений вам, каких-то изысканий и, конечно же, педагогам и родителям терпения. Да, и еще и новой крови, да, притока постоянно, да, мне кажется, конечно. Чтобы, да, чтобы приходили, побольше. Приходили ребята. Спасибо. 35-55-00 – это наш номер телефона. Увлекаются ли ваши дети наукой? Звоните. Мы прервемся на рекламную паузу, затем вернемся в студию прямого эфира. Оказывается, что приятные ощущения, которые мы испытываем, предаваясь пагубным привычкам, можно получать и другим способом, ведя здоровый образ жизни. Человек радуется жизни и получает удовольствие, когда у него отсутствует усталость, тяжесть от переедания, если у него нормальный сон, приятный цвет лица и легкость в теле от хорошей физической формы. Однако у каждого человека могут быть свои потенциальные или уже существующие проблемы со здоровьем. Кому-то достаточно ограничить себя в еде и увеличить физическую нагрузку, а кому-то показана специальная диета и особенные упражнения. Как научиться получать здоровое удовольствие и как определить свои риски? Для этого следует обратиться в Центр здоровья, в котором можно пройти осмотр и получить необходимые рекомендации по здоровому образу жизни. Или в поликлинику, где один раз в 3 года можно пройти полноценную диспансеризацию. Диспансеризация представляет собой ряд скринингов по заболеваниям различной направленности. Сердечно-сосудистым, онкологическим, сахарному диабету и другим. Она позволяет рассчитать ваш индивидуальный сердечно-сосудистый риск, а также другие риски на ближайшие 10 лет. Если выявлено заболевание или склонность к нему, пациент берется под контроль участковым терапевтом, который помогает ему минимизировать риски и взять заболевание под контроль. Каждый россиянин имеет право обращаться за консультацией относительно своего здоровья и регулярно проходить диспансеризацию. Особо следует отметить, что государство предоставляет ему все это бесплатно. Для этих целей в стране существует около 800 центров здоровья и 3700 отделений и кабинетов медицинской профилактики в поликлиниках. Это «Магнитогорское времечко», и мы продолжаем. День детских изобретений мы сегодня отмечаем. Не могли мы обойти эту тему стороной. И я представляю нашего следующего гостя. Это Денис Полушкин, директор Центра цифрового образования детей IT-Куб, город Магнитогорск. Здравствуйте, Денис. Здравствуйте. Добрый вечер. Чем вы отличаетесь вот от кружков, которые у нас есть в городе по исследованиям, по научным изысканиям вот на сегодняшний день? Что из себя представляете вы? И ваши дети, какие они? Ну, вопрос, наверное, не очень простой на самом деле, потому что мы принципиально другие. То есть профиль обучения в Центре цифрового образования детей IT-Куб, в каком бы городе он находился, это все-таки цифровые профессии, это все-таки ориентация на цифровую экономику, и это курсы, которые направлены на профессиональную подготовку будущих специалистов. По сути, это некий такой
производственный комбинат «Будущее в кадрах». И, соответственно, все программы, которые реализуются в наших центрах, это программы, связанные с реальным сектором экономики, это реальные проекты, реальные партнеры. И все проекты, которые реализуются в центрах, они так или иначе ориентированы на производство, на цифровизацию и так далее. И уже на профессиональное ориентирование детей, да, наверное? Ну да, то есть смысл-то обучения в центре цифрового образования детей именно в том, чтобы получить будущую цифровую профессию и уже успешно со школьных лет, скажем так, мочь там, зарабатывать деньги, быть востребованным специалистом и так далее. Ну, то есть задачу государства ставит такой вам, чтобы в будущем получить грамотных специалистов. Да, по сути, мы готовим кадры для независимости, стратегического целостности Российской Федерации. Мы готовим кадры для того, чтобы цифровая экономика, которую мы пытаемся построить в нашем государстве, была обеспечена высококлассными специалистами. И, конечно, мы не обходим сферу инженерии и изобретательства, потому что, ну, даже когда мы говорим про программный продукт, это тоже некоторое изобретательское решение, которое решает лаконичным, интересным образом ту или иную проблему, которая возникает. Я тоже хотела, да, что есть ли место изобретательства. И чем вы можете похвалиться вот на сегодняшний день, вот если подвести итог прошедшего года, в каких принимали мероприятиях, конкурсах участия и какой прорыв совершили? Ну, вообще здесь можно в разных направлениях рассматривать деятельность центра. Во-первых, мы как площадка привлекаем на территории города Магнитогорска различные интересные мероприятия, такие как национально-технологическая олимпиада, например, «Джуниор». Мы в этом году в рамках работы с региональным центром технического творчества стали региональным представителем данного направления. Да, мы проводили различные всероссийские IT-диктанты, мы проводили мероприятия с МФТИ и так далее. То есть мы пытаемся ориентировать детей не только на профессии, но и на область, скажем так, научных знаний, да, то есть глубоких знаний. Потому что, в принципе, любое направление программирования сегодня – это очень глубокий математический аппарат, да, который требуется для ребенка для того, чтобы решить задачу нестандартным способом. Кроме того, мы постоянно направляем наших детей, педагогов, на курс повышения квалификации. Наши дети ездят на областные мероприятия, всероссийские мероприятия. И мы всегда стараемся понять, в чем сила данного ребенка и выставить некоторую индивидуальную траекторию развития. Я думаю, что за эти полгода, которые существует центр, он открылся в сентябре 2022 года, мы уже очень много успели сделать, и мне очень хочется, чтобы мы продолжили работать в данном темпе. Ну, то есть, получается, для каждого ребенка вы простраиваете определенный маршрут, именно его? Да, все верно. То есть, наши программы, во-первых, позволяют расширить кругозор, посмотреть вообще, какие цифровые профессии сегодня, а дальше позволяет из этих цифровых профессий выбрать именно то, что вам нравится, и уже погрузиться в это. У нас есть долгосрочные программы, годичные программы, которые, в принципе, на выходе получается дать ребенку тот комплекс знаний, который позволит ему закрывать те задачи, которые сегодня есть на рынке. Но все-таки изобретение. Там мы хотим вот услышать, что у вас за это время такое случилось. Изобретения бывают самые разные. То есть, если мы говорим про конкретно центр своего образования детей IT-Куб, то это изобретение, так скажем, в рамках там нейросетей, машинного зрения. Это изобретение, связанное с виртуальной дополненной реальностью. Хочется мне все-таки сказать про детский технопарк «Кванториум», потому что это еще одно детище наше, которое работает в городе Магнитогорск с 2018 года. Там вот те изобретения, которые, наверное, в привычном нам понимании, да, там условно, это различные там инфракрасные паяльные станции, там приборы для поиска какой-то там. То есть это более такие, видимо, изобретения, которые вас поражают прямо вот видно, да? Это более изобретения, которые, ну, скажем так, в привычном понимании изобретения, да, то есть есть какое-то устройство, какой-то некий предмет, некоторый программно-аппаратный компас, который что-то анализирует, делает, и где-то там что-то на экране бибикает. Да, вопрос какой, Денис. Нам сейчас смотрят, например, родители, и для них, для того, чтобы было понятно. Вот «Кванториум» — это некая ступенька к IT-кубу или нет? Или это все-таки как-то параллель? Про возраст мне очень хотелось бы. Да. Это немножко разные цели и задачи. То есть, если мы говорим про «Кванториум», это больше про командную работу и кругозор. То есть, в «Кванториуме» дети очень много делают руками. То есть, робототехника, основанная на сборке из конструкторов и на создании своих каких-то решений. Если мы говорим про хай-тек, это электрические цепи, это аддитивные технологии, это лазерная резка. То есть тоже
предметы некоторые материального мира. Да, там есть, конечно, направление VR, которое создает виртуальную и дополненную реальность. А IT-куб – это больше про программную среду. То есть у нас есть робототехника, но она виртуальная. То есть VXVR – есть такое программное средство, которое позволяет имитировать роботов, программировать их на языках, которые применяются в настоящем производстве, там, в том числе R, тот же самый язык и так далее. И тем самым это несколько разный подход. То есть Центр своего образования детей – это больше про цифровизацию, больше про виртуальную среду, больше про программный код и больше про индивидуальную траекторию развития ребенка. Кванториум – это больше про командную работу, больше про кругозор и больше про железки, предметы и так далее. А возраст, вот Лена уже возраст, спросила, да? И там, и там у нас. То есть кванториум из-за того, что все-таки специфика работы с электронными частями, со станками, с лазерными гравюрами, возраст там 12+, а IT-куб за счет того, что это все-таки цифровая среда, позволяет вот, опустить эту планку обучения детей на возраст 6-8 лет. То есть на 6-8, 9-11 и 12+ программы есть. Поэтому, в принципе, сегодня вот эти два центра охватывают весь, скажем так, возрастной диапазон детей, и можно найти занятия вот именно по цифровому профилю ребенка, начиная с 6-летнего возраста. Денис, вот ваша бы воля, а вы бы включили бы, вот, например, такие занятия, которые проходят в кванториуме? Потому что мне кажется, что, в принципе, каждый ребенок должен проходить такие этапы, потому что они заставляют формировать другое, не знаю, мне кажется, другое мышление. Неважно, гуманитарий он там, направление у него там естественно-научные, и опять же ли он математик. Вот имеет ли смысл вводить это, например, вообще вот как основу основ? Ну, не основу, но часть. Обязательно. Да, как часть какую-то. Вот, я например, даже скажу название. Больше, что в городе Магнитогорске эта система работает. То есть мы в течение года проводим огромное количество мастер-классов, на которые можно прийти абсолютно бесплатно, что-то попробовать, поделать, поконструировать. Мы реализуем программы техноуроков, где реализуем некоторые модули уроков технологии для школ-партнеров. И дети вместо того, чтобы приходить на урок технологии к себе, идут к нам, и мы там собираем роботов, моделируем трехмерные миры, учимся программировать на языке Python и так далее и тому подобное. То есть мы встраиваемся в систему общего образования, которая есть, и, скажем так, дополняем ее теми знаниями, которые сегодня требуются от, наверное, начинающих специалистов в области цифровизации. Да, жизнь диктует, мне кажется, да, просто совсем другие. И про родителей, опять же, хотела спросить. Родители как-то включены вот в этот процесс? Для родителей вы что-то параллельно устраиваете, или они стоят вот там за дверью, ждут свое чадо? Ну, мы, скажем так, приверженцы того, чтобы все-таки был наставник и ребенок, да. Понятно, что родители видят про успехи детей, то есть у нас есть и видеоосвещение, и фотоосвещение и так далее. На ежегодных родительских собраниях по итогам обучения мы, конечно, рассказываем, чего дети добились, но мы все-таки пытаемся создать такой некий... Ну, такое научное комьюнити, да, да, я бы сказала, чтобы такое, да, больше? Чтобы педагог, наставник, ребенок, да, и тем самым выставляется такая некоторая связь между ними, и это очень, на мой взгляд, улучшает качество образовательного процесса, и но родители нам помогают в каком плане? Они иногда там включаются в изобретательский процесс, иногда они генерируют идеи для нашего центра о том, чем бы заняться детьми. Иногда ребенок из дома приносит идею того, что необходимо автоматизировать, модернизировать, там, каким-то образом улучшить. Да? То есть вот такая связь, конечно, есть. Вот. Но все-таки урочная, ну, скажем так, или там, проектная деятельность детей, скажем так, она все-таки у нас такая достаточно... Закрытая. Да, Денис, куда девая? Куда уходит креативность детей? Куда она с возраста пропадает? Мы раньше там все, куда уходит детство? А мне всегда интересно, куда вот то, чем живут дети, это фантазия, это энергия. Почему она теряется? Мне кажется, ребенку у надо оставлять место для фантазии. Просто дело в том, что когда у нас дети, ну, я за современные технологии, но когда ребенок целыми днями играет в компьютерную игру, которая не оставляет места для его фантазии. То есть за него все уже нарисовали, визуально он красиво подали, да, и как бы мозг перестает создавать вот эти зрительные образы красивые, да, то есть почему, например, в нашем детстве у нас было, ну, может быть, более креативное или более фантазийное мышление? Ну, потому что информацию получали из книг, там мы практически не было иллюстраций. Да, мы достраивали реальность, мне кажется. Постоянно задействовали мозговую активность для того, чтобы создать вот эту визуализацию. Поэтому, но ребенок, который начинает делать проект, что самое удивительное, у него как-то вот
открывается вот эта внутренняя фантазия, да, и он совершенно по-другому начинает смотреть на окружающий мир. Он настолько этим вдохновляет, что забывает потом про свои гаджеты и вот там готов посвящать этому все время. У вас на глазах меняется лицо. Ну и вот отсюда вопрос. Что бы вы родителям посоветовали, как обратить на ребенка внимание, чтобы развить вот именно его вот этот вот внутренний потенциал? Мне все кажется, да, это зависит от возраста ребенка, то есть на каждом возрастном периоде, да, там есть разные способы на это воздействие, но мне кажется, любому ребенку всегда интересно пробовать что-то новое, то есть дайте ребенку попробовать все, и он сам поймет, что ему интересно. Поэтому расширяйте кругозор, пробуйте все и следите за реакцией ребенка. Интерес детский к науке все-таки существует? Конечно, только, наверное, это не в том понимании, что вот там наука физика или там наука биология. Нет, а в том понимании, что дети, когда реализуют свои проекты, как правило, это всегда используются какие-то метапредметные знания, потому что, допустим, чтобы собрать даже элементарно вот какой-нибудь там умный парник или там какую-то умную поилку для животных, это нужно как минимум, ну, то есть понимание биологии, да? Сколько чего надо, понимание, каким образом эти данные можно считать, понимание, что такое электронная схема, что такое транзистор, резистор, сервопривод, что-то еще, да, и понимание программного кода, который всем этим будет управлять. То есть вот сразу вам программирование алгоритмов, сразу вам физика, ну, основа электронных систем, вот сразу вам дизайн мышления, да, как сделать это лаконично, удобно, конструктивно и так далее. И вот они, все эти науки объединяются, и получается вот этот проектный результат. То есть вот такая наука детям интересна. То есть решение интересной задачи, используя разные знания из разных предметов. Поговорили мы сегодня, можно сказать, о современных детях, науке. Это было «Магнитогорское времечко». Денис, спасибо вам. Спасибо вам, уважаемые телезрители, за внимание. До встречи в четверг. Всего хорошего. Спонсор программы – публичное акционерное общество «Магнитогорский металлургический комбинат».